Представьте себе ситуацию. Вы играете, например, в Майнкрафт, и прикола ради вы часто приседаете нажатием клавиши Shift. 5 раз нажали на Shift, компьютер издал писк и выдал окно. Вы хотите включить залипание клавиш? Согласитесь, это окно вас, вероятно, раздражало. Но здесь я не ради раздражения говорю, а своего собственного интереса. Для чего нужно залипание клавиш и как это работает? Залипание клавиш — это в первую очередь функция для людей с ограниченными возможностями. Она позволяет нажимать комбинации кнопок последовательно, а не одновременно, как мы привыкли. Допустим, Ctrl-Alt-Delete. Мы делаем эту комбинацию единовременным нажатием 3 кнопок, а с включенным залипанием мы нажимаем это все в более медленной и спокойной последовательности, поскольку OS запоминает твое нажатие Ctrl и Alt. Нажимая Delete, совершается итоговая комбинация, и система обнуляет ранее нажатые клавиши-модификаторы. К таким относятся Ctrl, Alt, Shift и Win. Есть люди, которым, к сожалению, сложно удерживать несколько клавиш нажатыми одновременно по различным причинам, и данная функция решает проблему. Если вам это не нужно и не хотите видеть такое триггер-окно, то зайдите в параметры, специальные возможности, клавиатура, залипание клавиш, и в пункте «Сочетание клавиш для залипания клавиш» поставьте положение «Выкл», и с этого момента такое окно беспокоить больше не будет. Надеюсь, вы узнали что-то новое для себя. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и смотрите мои полноценные видео.